близко покажу, как наметить место распила. Вот этим крючочком от рулетки цепляемся вот за край. Рулетку надо зафиксировать. Где-то вот я на метр фиксирую. Выкладываем ровненько по краю. Так, чтобы у нас метка была не сместилась. Сейчас вот у нас 76 сантиметров. Надо прижать. Четко пометил. Так, берем треугольничек. Треугольник вот этим ребром выкладываем, совмещая вот с ребром стойки. 76. И это ребро с меткой 76 сантиметров. Все. Теперь рулетку убираем. У меня есть меточка вот здесь. И здесь уже нарисовано. Снова здесь совмещаю с другой стороны, чтобы проконтролировать. Все. Толстую наносить не надо, иначе потом фиг увидишь. Показываю близко, как аккуратно начать пилить. Сложность заключается в том, что вот этот шаблон ниже, чем моя стойка. И на глаз придется совмещать, да? Я так не хочу. Надо здесь соблюсти. Вот эту линию на глаз совмещать. Пока сильно не затягиваем наши струбцины. Вот так вот. Совместила, проверила. Вот в эту положила. Совмещается с линией. Чуть-чуть. Прям вот так вот постукиваете, она будет потихоньку. Только здесь туго не надо затягивать сначала сейчас. Все. Теперь нужно затянуть. И у нас есть сейчас наметочка карандашом, но она спилится. Поэтому сначала мы вот по ней выставляем полотно. И делаем начинаем легкий пропил. Вот так, плашмя прям. Чтобы по всей вот этой вот линии у нас была дырочка. Вот такая вот распил этот. Есть, у нас уже пила есть. Теперь вставляем вот в это отверстие под углом и начинаем аккуратненько уголочек подпиливать. Вот, видите, здесь у меня уже более глубокий пропил. То же самое делаем с этой стороны. Вот у нас есть два пропила. Сейчас пока еще чуть-чуть подпилим. Вот. И начинаем пока вот так с угла. Но ориентируемся вот поэтому. Не вот так не. У вас, конечно, так не получится, вам вот это не даст, этот шаблон. Вот все. И так вот пилим до конца. Давайте себе немножко отдохнуть. Рука быстро устанет. Когда уже вы пропилите достаточно глубоко и ножовка у вас совместится с, будет глубже, чем начало вот этой вот этого шаблона, вам уже будет гораздо легче. Вы просто держите, опираетесь вот сюда и пилите. У вас все, ножовка уже никуда не денется. Ну, я пилила где-то 8 минут, наверное. Девочки, очень важно закрепить в максимальных местах, где
тисками разными, струбцинами. Почему? Потому что у нас не хватит наших женских сил и держать рукой вот это вот, чтобы не болталось стойко, и пилить. Фактически я вот этой рукой упиралась, потому что сил-то нету. Ну вот отпилила. Сейчас теперь ослабим. Вот она. Вот. Идеально ровно. Идеально ровно спил. Вот. Видите? Прям как на циркулярке почти. Только сил больше уходит.